А кто скипнул, блядь, я видос не досмотрел, сука, ублюдки. А чё с уроном? Охуеть, а чё это за босс, я здесь не был никогда. Хуя, он сразу уебал, блядь. А чё здесь делать-то? Пиздец, я думал, мы на дерево идем на первое в сложном режиме. Куда ему стрелять-то? Нет, куда ему стрелять? В руку. Ты чё, реально не убивал его ни разу? А чё в ладошку-то никто не стреляет? В надроченную. По дереву не стойте, стойте на бетоне, блядь. Уебёт, уплывёте нахуй. Нахуй плывете. Надо выносить. Короче, на ком будет метка, если он плачет. А, пусечка. А ему по цветам стрелять надо, походу, да? Да. Да. Ему, короче, как ножом надо по почкам ебашить. Ой-ой-ой, сосет, бля, как же сосет. Это хард режим запустили? Обычный. Нет, обычный. Блин. Куда хард-то, блядь? А чё это за хуйня? А их можно кидаться в него за лупу какой-то? Тут палец в жопе у ксена фантома, блядь. А тут хуюшки подбирайте вот эти вот. Я сдох. Мне по головешке надавали. Нет, я живу. Я живчик. Почему так? На платформу не выходи, по которой он бьет. Налево убегай на платформу, налево убегай. Метка пропадет, постой маленько, кулак зам... Обратно беги. Блять! А Семен вообще АФК, смотрите. Пиздец. Ты тут, Семен? Я смотрел, как умирает, сори. Я вообще-то не умер. Бля, я умер. Пизло. Да пизделся нахуй. Так я вроде как мне сказать, так и сделал. Левый кулак, ну, он дрочит этой рукой, ебашься. Кого коснется, то зашкварен, пиздец. Вообще-то это правый кулак. Блять, зашкварен. Это правый кулак, блять. Ну от нас-то левый. Это правый. Или ты ставишь его кулак, типа, что главнее, чем твое лицо. Чё, блять? О, вот это хуйни криты летят. Ой-ой-ой-ой-ой! А нахуя так делать? Лови пельмень. Держи аптечку. Ассаляму алейкум. По синим сферам хуярьте, которые спавнятся. А хули этот нытик ебаный разнулся? Ну вот такой он, бля. Это когда говорит босс, а не... Я не про босса. Короче, механика такая, видишь, три платформы, у них по состоянию пола можно, ну, по доскам увидеть. Сломается или нет. Вот я вынес сейчас удар на правую платформу. Когда он по ней три раза уебет, эта платформа пропадает. И все, кто стоят на ней, они падают в воду, блядь. Либо остаются вот на этой хуйне бетонки, но налево уходи. Но в таком случае тогда у тебя не будет возможности для маневрирования. Он далеко убежал. У вас, если платформа сломалась бы сейчас, ты бы умер. Как его убить-то, блядь, я заебался. Ну уже. Вот ты его, вот. Он фазами, он убивается фазами. Миха, беги. Туда обратно, беги, блядь. А больно в ноге. Я бы. Блядь, вы не поняли. Ну не платформа. Знаю, по мне урон-то не пошел. Ну это понятно, но видишь, он теперь там будет стоять, блядь, нахуй. Один. А чё нам допрыгнуть-то? Да варик нет. Ну попробуй. Ой, блядь, да. По голове стук. Чуть не скинул он нахуй. О, полетели криточки. А вот это выглядит, как будто сейчас в нас криток залетит нихуевый. Сейчас в меня сопли эти ебучие летят. Нормально, похуй, все. Там продаем Семена, ебашим босса. Ух, ебать, я вовремя захилился. Иван, а как ты, блядь, оказался? А он меня схватил, что делать-то? Ничего. Ну, вытрахать будет сейчас. Умирай, блядь. Я зажив. Блядь. Это зря. А, блядь, поздно. Бля, по голове он стукнул неплохо мне. Ну я и так болею, он мне еще по голове стукнул.
Ну, погаешь в башке. Поговяжь ей. Кушай яблочко, сука. Пизда. А, ну тут просто войдите. Ёбаный, блядь, инвокер, сука. Он не сложный, он просто долгий, блядь. Вот левое плечо. Фазами, эти, захуярил, просто, блядь, солярус. Я застолил, так очевидно, что никто не спорил, блядь.